Причиной протечки кровли стал незакрытый клапан в системе вентиляции помещения фойе из-за ссор листвоуловителей дождеприемных воронок. Устранять причину протечки будет подрядчик, который был вызван на объект. Также нам стало известно, что уже проведено внеплановое обследование крыши. Подрядчику поручили сделать дополнительную герметизацию кровли. В администрации пообещали, крышу и так называемые листвоприемные воронки будут чистить регулярно.